Сказать легко, что я христианин. И радость ведь какая, что спасенный. Но на пути, встречая карантин, не удалиться в сторону смущенным. Сказать нетрудно, верую в Христа, и даже раза три перекреститься, не сдвинув с места своего креста, заученной молитвой помолиться. Легко идти широкою тропой, теперь ведь всем дана свобода слова, но по дороге жизненной земной не угодить бы в ров глубокий снова. Без битвы в двери рая не пройти, без отвержения не достичь спасенья. Дверь так узка, в нее не пронести всех дел земных мирского наслаждения. Оставить нужно зависть и вражду, от лицемерья вовсе отказаться, лишь доброе всегда иметь в виду, но в наших бы делах не зазнаваться. Отвергнуть нужно к серебру любовь, ведь деньги — это зло еще какое, и развязать все множество узлов, простивши всем, чтоб быть в святом покое. Расставшись с весом суеты, вдохнуть свободой во Христе, чтоб идти дальше, хоть ночь темна, но надо б не уснуть, не обмануться временами фальши. Дорога ко Христу сужает путь, и в двери не пройти с житейской ношей, не пронесешь с собою и чуть-чуть ни гордости, ни похвалы хорошей. Оставить нужно все. Дверь так узка, к ней приведет лишь вера и надежда, введет с любовью Божья рука, и дана будет белая одежда. И если ты путем Христа идешь, след за собой оставив плодотворный, ты свое имя в небесах прочтешь. Христианин, слуга и сын покорный.